добавился еще сегодня сразу три мужчины. Один мой ученик. И вот Валера и Антон подошел. И у Валеры такие яркие ощущения. Это почувствовал. Он тоже это почувствовал. Вот что, Валерий, вы на этом занятии почувствовали? Ну, мне очень стало хорошо. Прилив силы. Вот, ощущения в ногах. И, как вам сказать, ну, в общем, я себя великолепно почувствовал. Ну, отлично. Будете еще ходить? Да, конечно. А вот, что порекомендуете тем, кто еще не решился прийти на проект «Летний цигун»? Я думаю, что нужно не бояться и приходить на занятия и сразу начинать заниматься. Потому что пока, когда вы придете на занятия и начнете делать, вам все сразу станет более понятно. И так как вот мастер ведет, и он вам все объяснит хорошо и доступно. И тогда вы все быстрее поймете, чем будете сидеть дома и размышлять, как бы нам пойти на занятия, как там здорово, наверное. Ну, надо прийти на занятия. Это хорошо. Первый шаг. Как вам затея с чаем? Отлично. Чай мне очень понравился. Сегодня у нас были блинчики, сегодня еще сырнички приносят. Вот. Ну хорошо, Валерий, будем надеяться, что вы будете постоянно ходить и потом как-нибудь рассказать, что еще более глубокие изменения. Спасибо. Хорошо, спасибо вам, Анатолий. Ну все, отлично.